Абсолютно каждый человек на свете сталкивается с личными неудачами. Но вот относимся мы к ним совершенно по-разному. Для одних любая неудача – это ужас, кошмар. Они не хотят продолжать заниматься той деятельностью, в которой потерпели неудачу. Для других же неудача – это возможность в чем-то развиться, увидеть свои слабые стороны, точки роста. Давайте вспомним слова Уинстона Черчилля. Он говорил, что успех – это путь от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом. Как же нам наращивать этот энтузиазм на нашем собственном пути? Я предлагаю вам в каждой вашей неудаче искать то, что может быть вам в ней полезно, то, что может сделать вашу жизнь лучше. Даже по опыту моих клиентов с хроническими заболеваниями я знаю, что в любой тяжелой ситуации можно найти то, как эта ситуация улучшает вашу жизнь и что привносит в нее хорошего.